Добрый день, вот она круглая кроватка. Дефекты у нее вот такие. Вот тут была трещинка, наши мастера ее заклеивали. И вот эта вот обивочка внизу, где часть ЛДСП на маятнике, она чуть-чуть отошла. В принципе, можно заделать замазкой, но основной дефект у этой кроватки в том, что она кругленькая. Вот тут вот незначительные царапины. Все это легко замазкой или легкой краской затирается. Основной дефект у этой кроватки состоит в том, что круглая, она будет на маятнике, она будет качаться. Но когда будете переделывать ее из круглой кроватки в овальную, маятник уже туда не установится, так как деталей на ней не хватает. То есть она будет овальной кроваткой, но овальная кроватка будет без маятника. И плюс надо будет дополнительно подбирать сюда болты, когда из круглой кроватки вы будете делать овальную кроваточку.